Сотрудники линейного отдела полиции провели рейд на железнодорожном вокзале. Главная цель этого мероприятия, которое продлится до 17 сентября, пресечение нарушений административного кодекса, таких как безбилетный проезд, незаконная торговля и загрязнение прилегающей территории. Стражи порядка проверяли у горожан наличие билетов и документов. На перроне нарушений полицейские не выявили. Билет там. Где? Дайте. Одну из нарушительниц административного кодекса они обнаружили в вагоне поезда с сообщением «Шымкент-Алматы». Жительницу Тараза, перевозившую товар, пришлось высадить, так как билетов она предъявить не смогла. По статье 204, час первый. Знаете, да? Торговля была не установлена вместе. Я просто еще только села ехать и не торговала. Просто там, я здесь сюда приезжаю на базар с товаром. На женщину полицейские составили административный протокол. Как они говорят, больше всего на железнодорожном транспорте встречаются такие нарушения, как безбилетный проезд, попрошайничество, курение в запрещенных местах, торговля и нарушение спокойствия пассажиров поезда. Всего на сегодняшний день сотрудники полиции выявили более 100 таких фактов. Только 7 сентября, дня, когда стартовало профилактическое мероприятие, мы выявили 19 нарушений административного кодекса. Всем нарушителям вынесен штраф в 5 месячных расчетных показателей. Всего же с начала года зарегистрировано 93 таких нарушения. На 3 пассажиров решением суда вынесены штрафы на сумму 19 820 тенге. Такие рейды полицейские проводят круглосуточно. К мероприятию привлечено более 50 полицейских. Поздно вечером дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Аскарова. Здесь водитель длинномерного КАМАЗа не справился с управлением и разрушил ограждение возле одного из коммерческих магазинов. Как объяснил шофер грузовика, он не рассчитал угол поворота и зацепил забор. Впрочем, привлекать полицейских к этому происшествию владелец магазина и водитель не стали. Хозяин КАМАЗа пообещал возместить нанесенный ущерб.